всех приветствую, желаю крепкого здоровья, рад вас всех видеть. Решил принять участие в органном движе, который организовал один, на мой взгляд, очень интересный человек, Максим Булыгин. Информацию о нем вы сможете легко найти в интернете. Скажу лишь, что он является основателем крупнейшей и, на мой взгляд, лучшей в России школы варгана с представительством в 5 странах. Участник топовых российских и зарубежных этнофестивалей. Основатель и участник группы Турбодзен, и он мой учитель. Суть движения будет заключаться в следующем. Каждую неделю в течение месяца я буду выкладывать один варганный наигрыш с постепенным его развитием. То есть, если в начале месяца наигрыш будет звучать просто, то в конце месяца это уже будет наполненная композиция. И таким образом каждый месяц буду развивать новый наигрыш. Сколько таких месяцев и наигрышей будет, пока не знаю. Просто интересно посмотреть, что из этого получится. Ну, рассчитываю, что в этом участие в этом эксперименте позволит мне выйти на новый уровень мастерства, более тесно сдружиться и раскрыть возможности вот этого инструмента мастера Дубровского Александра Михайловича. Вы же можете поддержать меня своими оценками и комментариями. Буду всем очень признателен. Ну, а сейчас представляю вашему вниманию наигрыш под названием «Песня начинающего варганиста». Начну с простой его вариации, где будут сам ритм и артикуляция. Вот такой вот наигрыш песни начинающего органиста. Это была простая его вариация. Дальше будет интересней. Всех благодарю за внимание. Желаю вам творческих успехов и всех благ. Кому было интересно, продолжайте смотреть.